Зачем вы поехали в Сокол? Ну как бы, все. Да, члены, члены, члены! Вы мне сегодня позвонили и попросили записать интервью. Почему? Ну, мы увидели ваши другие интервью с этим, как его там, с Доренко, Лимончиковым, там, с этим, с Дрозденко, ну, и поняли, что вы такой, типа, нормальный мужик, русский, типа, можно вас там побазарить вообще по понятиям, да? Зачем вы поехали в Солсбери? Ну, нам друзья посоветовали, ну, сказали, там, типа, есть Солсберецкий этот собор. Да. Да, и, типа, ну, очень большой шпиль, ну, а мы любим огромные шпили. Вы говорили, что вас поселили в одноместном номере. Давайте так. Вы гей? Чё? Мы поехали в Англию, как нормальные мужики. Мы поехали отрываться. Сколько вы зарабатываете? Да ну мы это типа предприниматели средней руки, типа, ну по-моему фитнес-индустрия. Что такое, да. Ну, там, продаем всякое, ну, спортивное питание. Да, спортивное. Мы гейнеры, да? Слушайте, мы, еще раз повторяю, мы нормальные мужики. То, что у нас была в номере одна кровать, ничего не значит, ладно? У меня напряженный график, и моя девушка говорит, что от меня воняет. Чтобы она так больше не делала, я купил себе новый одеколон Нина Рич. Воняет ли от меня теперь? Да. Но моя мадам уже двинула кони и больше не жалуется. Офигенное средство, постоянно пользуюсь. По ссылке в описании можно заказать со скидкой в 10%. По промокоду ВДУСЬ. Покупайте. Близ. Я спрашиваю коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Давай. Поехали. Ромео и Джульетта или спящая красавица? Ну, мы тут были типа по делам во Франции, ну да. Конечно, Ромео и Джульетта. Да. Новичок или полой? Новичок? Что это? Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Товарищ главнокомандующий, ваше задание выполнено!